Колоссальный объем работ, более 5000 квадратных метров. Создаются самые современные условия, комфортные условия и для проживания, и для учебы, для того, чтобы новая личность была полностью сформирована в прекрасных условиях. Я думаю, что город тоже не должен оставаться в стороне и помогать, участвовать в этом. Чем мы можем помочь? Вы видите теплосети, которые были сделаны много-много десятилетий назад по воздуху. Это и теплопотери, и так далее, и так далее. Ну и плюс внешний вид. Поэтому мы должны запланировать, и я дал распоряжение, чтобы мы запланировали под завершение строительства одновременно замену этих теплосетей. Мы должны, проектанты должны нам предложить, наверное, спрятать их все-таки под землю. Это и сохранит, уменьшит теплопотери и сделает более привлекательный внешний вид. Я очень рад, что сегодня к нам пришел мэр город посмотреть на наши школы, на наше образование, на строительство нового здания для этого школы. Я очень рад, что это получилось сегодня. Сегодня праздник Ханука. Ханука на иврите, это из корня слова хинух. Хинух — это образование. Это 8 дней, которые мы сосредоточим именно в то, что называется воспитание и строительство будущего поколения, как уже сказал мэр город. И сегодня я рад, что вы видели, и мэр город видели, дал хорошую оценку, высокое образование этого школы, школы Хабад. И я уверен, что в ближайшее время, когда будет построен этого здания, и в будущее будет построено второе здание, где там уже будет и бассейн, и аудиториум, и большой спортзал, и тренажерный зал. И кроме того, что мы видели сегодня тепла и знания, еще будет хорошее место для тела детей. Так что с этого школы, школы Хабад, вырастет и умные, и здоровые будущие одесситы, которые в дальнейшем будут построить этого города, сделать его лучше и лучше. Мы думаем, что на нашей старости мы все будем пользоваться от этого много-много радости, и приятно будет для всего города, когда такие дети вырастают здесь, которые в будущем они будут, скажем так, строители этого города для лучших условий для нас всех.